38 проектов ГЧП реализуется в Актюбинской области. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. Глава региона сообщил о том, что в регионе ведется активная работа по реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства. К слову, опыт Актюбинской области в данном направлении даже был отмечен главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Сулейма? Керек, Нурсултан. Керек после неге екеу нағашындар, үш жылдың ішінде. Но зато ты за счет государства открыл 17 дошкольных учреждений на 2400 мест. Вот этому объяснение. Занимайся. Мына үйрен ана ағаларыңнан жақсы жұмыс жасап жатқан. Көрдің бе әне? Ағаларың. Бердібек ағаң отыр ана жерде. Даниял ағаң отыр ана. Қуандық. Барда үйрен. Не қалай жасай екен. В настоящее время реализуется 33 проекта, еще 5 проектов было реализовано в 2016 году. В том числе были открыты Центр социального обслуживания для детей с психоневрологическими заболеваниями, кризисный центр для женщин и детей. Общая стоимость ГЧП проектов, реализованных и планируемых к реализации в период с 2016 по 2018 годы, составляет 28 миллиардов тенге. Аким области отметил, что меры по привлечению частного иностранного капитала в целях дальнейшего развития экономики региона будут продолжены. Планируется, что в нынешнем году в Актюбинской области будет реализовано не менее 27 проектов ГЧП. В числе наиболее приоритетных – строительство здания для станции скорой медицинской помощи, городской детской стоматологии, офтальмологической клиники, Ледового дворца, дворца единоборств. Кроме того, ожидается строительство 56 детских дошкольных учреждений с использованием механизма государственно-частного партнерства. По словам Бердыбека Сапарбаева, реализация данных проектов прежде всего позволит значительно сократить нагрузку на бюджет области, создать дополнительные рабочие места, повысить охват дошкольным образованием, качество обслуживания скорой неотложной медицинской помощи и оказание высокоспециализированной медицинской помощи. Кроме того, в 2016 году в рамках ГЧП были открыты две школы. Частная школа Сымбат на 1200 ученических мест стоимостью 1,6 миллиарда тенге и физико-математическая школа на 220 ученических мест стоимостью 553 миллиона тенге. В текущем году ожидается строительство 56 дошкольных учреждений с использованием механизмов ГЧП.